Знаете, я так и заметил, что у меня, когда я улыбаюсь, есть такая фимпочка. Таня, ты видишь это там? А у меня очень тормозит оно. Да? Ну, короче, сейчас дойдет до фимпочки. А, все, фимпочка. Видишь? Да. Короче. Фимпочка, да. Фимпочка. Кстати, у меня не получается сделать, когда я не искренне улыбаюсь, но она как-то не такая глубокая, а когда искренне, она глубокая. Глубокая пимпочка. Вот, моя зайка. Цитрус. Привет, Цитрус. Спасибо. Зайка, маленький мой груди. Ну и что? Видите, как у нас тут любовь прям. Это мой самый-самый-самый лучший маленький друг. У вас есть коты? Посмотрите, что он делает. Сделай сердечко, я застрелю. Все, ушел, все, тебе надоело? Надоело тебе, да? Все, понятно. Да, кот вырос у меня уже, он вон что лазит, ищет что-то. Цитрус, вот здесь. Вот здесь, сюда смотри. Давай сюда. Понятно, все, я не затрачиваю больше цитруса. Ну что такое, опять хочешь сюда? Мой маленький цитрус. Цитрус. Да, у моего кота вообще прекрасные глаза. У него они какие-то желтые такие. И опять же, тоже под настроение. Посмотрите на него. У него желтые глаза, поэтому он у меня и цитрус. Вот. Минута милоты с котом. Тань, сейчас там видишь, красивенький кадр будет. Да. Сейчас будет. Он меня будет целовать. О, начал петь, да, там? Ну что? Что, мой маленький? Цитрус, цитрус. Вот он меня понимает. Всегда. Опа, опа, что такое? Что такое? Короче, все, я его вот явно уже задолбал. Пусть спит. А на самом деле он спит всегда, когда я ухожу из дому. Потом я прихожу, и меня всегда каждый раз встречает у двери. И что-то он от меня всегда хочет. Поэтому вот такая вот наша жизнь музыкантов. Сидишь с котом после концерта. Почему именно Мелвин? Не знаю, правда. Тяжелый вопрос для меня. Почему Мелвин? Потому что... Потому что...